Автомобили без водителей появятся на дорогах уже к 2020 году. Среди самых перспективных разработок эксперты называют проект компании Google. Тестирование машин будущего уже началось в Аризоне, но это пока единственный американский штат, который разрешил машинам-роботам появляться на дорогах. Но прежде они должны предварительно пройти испытания на закрытом гоночном треке в течение 10 000 часов. А руководство компании обязано внести залог 1 миллион долларов для покрытия ущерба в случае возможного ДТП. Сотрудники Google уверяют, что внедрение беспилотников приведет не к увеличению, а к сокращению численности аварий на 90%. В частности, исключив человеческий фактор, можно будет уменьшить количество пробок.